Всем привет на канале. Вот наконец-то я решила сделать видео, где в каком районе мы сняли квартиру. Вот трехэтажный дом я вам показываю. Мы живем на втором этаже. На третьем этаже тоже квартиранты, и на первом этаже как бы цоколь по-нашему тоже квартиранты живут. Ну а здесь уже наши соседи. Вот здесь очень аккуратненько, такой тупиковый переулочек, классненько, очень уютненько. Здесь Мелечкой гулять очень хорошо с собачкой. Сейчас вам покажу, что там внизу идет у нас примерно. Значит, мусор мы выбрасываем здесь отдельно. Снежок тает, но сейчас я вообще в шлепочках и с коротким рукавом футболка. Мусор здесь мы выбрасываем отдельно, то, что перерабатывается, и то, что не перерабатывается. Вот у нас здесь так вот шишечки, вот здесь, видите, какая прелесть. Ну, вот такой вид, это все вот снизу тоже дворы, внизу. Ну, и рядышком уже шум-гам-тарарам. Сейчас зайдем в квартиру, мы так сильно особо ничего не готовили, потому что мы только недельку здесь, недельку или 10 дней, которые я и проболела в новом доме, как ехала. Кстати, здесь машины парковать можно только те, кто живут. У всех здесь есть разрешение на то, что они здесь могут парковать машину. И потом здесь интересно так, по четвергам должны быть все машины с правой стороны, потому что левую сторону чистят. А по средам, по-моему, наоборот. И если ты забудешь машину переставить, будешь мешать машине уборочной убирать бордюрчики, то тебе будет штраф. Потому что я спросила у дочки, а как, если я забыла? Она говорит, ну что, а будет $50, не забудешь. Так что вот так. И действительно, что не забудешь. Ну вот, сейчас будем подниматься. Наши апартаменты, которые мы сняли, здесь вот так вот рядышком такие красивые кустики по бокам лестнички. Дом очень теплый, мы там можем контролировать отопление, делать холодно, тепло, жарко. Здесь вот такой маленький, интересненький такой почтовый ящичек. Дверька одна. Так, я захожу. Показываю вот такое. У нас еще не совсем здесь все обуючено. Не совсем все до конца мы сделали, потому что всего лишь 2 недели, поэтому еще и я тут приболела. Осталось, как говорится, все немножко застопорилось. Ну, вот зал, где мы здесь все вместе смотрим, общаемся, смотрим телевизор, играем с Мелли. Малечка, девочка. Потом у нас, видите, вот такие везде салфеточки на полу. Это у нас Мелечка. Маленькая еще, поэтому мы в ее любимых местах ставим салфеточки такие. Вот это как бы комната офиса. Вот здесь, конечно, очень много всяких коробочек, принтеров, компьютеров. Это Анин рабочий стол. Целая гора компьютеров, штуки 3-4. Это Джохана рабочий стол. Тоже все очень серьезно, уютно. Еще ни занавески не повесили, ничего, потому что все совсем недавно переехали. Ну, здесь одна ниша вот такая. Вещи, те, которые совсем надо прямо, чтобы выйти. Вторая ниша здесь. Все, Мелина. Анюточка, привет. Моя дочечка. Приветик, моя золотая, завтракает. Мы кушаем. Да. Мы это... Я желудок. Ты числи. А, ты и желудок. А что ты кушаешь? Салатик, рис какой-то турецкий. Но он такой вкусный. Как он? Коричневый, черный с коричневым. Ты его приготовила вчера. Боже мой, такая вкуснятина. Это называется турецкий пила. Ну, это рис с вермишелью. А, это вермишель. Она в виде риса. Такая вот. Боже мой, такая вкуснятина. Вчера попробовала. Очень вкусно. Вот у нас две мусорки, про которые я вам говорила. Анечка, скажи мне, пожалуйста, что там мы в одну ложим? Потому что я так на улице сказала. Пластик, алюминий, стекло в одну, все остальное в другую.
В общем, все, что перерабатывается в одно, все, что не перерабатывается в другое. Для начала это, для меня это было так сложно все, это, конечно. Так, вот наш холодильничек. Так, я приоткрою, просто вам посмотрю, покажу. Очень много здесь у нас всего турецкого. Но оно такое все вкусное. Кстати, вот это вообще вкуснятина. Это как наши, как они, как это? Как янтарь? Между сметаной и сыром, и да? Сыром, да? Да, ну такая вот вкуснятина, боже мой. Это, я не могу вам даже это объяснить. Сыры какие Джахан покупать, все очень вкусно. Я вот творог нашла русский здесь. Здесь не проблема русский творог найти. Вот здесь я наслаждаюсь русской едой. Я не ем с детьми, потому что, как обычно, я страдаю херней. Я вечно все взвешиваю. Вот у меня тут весы, и у меня все подсчитывается. Калории, у меня отдельное питание. Я вообще с ними не ем. Я ем отдельно. Они даже едят, меня не зовут, потому что знают, что это бесполезно. А, вот розочки. Это уже Хана день любви подарил. Я хочу вам показать. Здесь одна повяла, ну, это уже пусть Анечка сама решает, что с ней делать. А я хочу вам показать, как здесь, он когда купил розу, розы, вот они были вот в таких вот колбочках были. Видите, а внутри вода. Все. И может букетик долго не вянуть. Ну и сердечки. Один Джахан, а другой Анин. Вот, а Анечка вчера сделала еще блинчики, которые я тоже не делала. У нас здесь сгущеночка. Ну, конечно, очень скучаем за русской едой. Кофеварка очень классная, хорошая кофеварочка, кто знает. Так, поехали дальше. Малечка ждет Джахана. Джахан спустился к соседям. Анечка, а я можно зайду? Да. В твою спаленку. Значит, смотрите, вот у нас у Анечки спаленка. Я не сильно буду здесь много задерживаться, потому что это не моя территория. Вот здесь видите, как Аня вот показывала на своем канале, кто видел, может быть, вот такую они купили. Аня, как это называется? Ой, вот здесь. А по-русски? А ты можешь пару слов рассказать про него? Как это вообще? Вообще? Как это называется? Ограждение вот такое для собаки? Оно называется как-то по-другому. Ну по-английски как? Crate. Короче, когда вы на улице, если вы живете, когда вы живете на улице, если у вас на улице, да, уточки, там, не знаю, черепашки или что, курочки, они да. вставляются вот так вот в землю, эта фигня, и там внутри щенята, если у вас родились, котята, курочки, вот они. Ой, да, ограждения такие, ограждения. Да. Вот, мы просто ее закрываем, ее вот так вот она спит, это ее домик, она уже знает, вот. И она ее, на нее не прыгает, а она ее не переворачивает. Она знает, что... На самом деле, если у вас дома ковры, намного удобнее, потому что она не двигается, ничего. Она более прочно она стоит. Более, да, устойчивая. Мы когда сюда переехали, она начала двигаться и шататься, и ее невозможно нормально поставить. Но мы уже привыкли, на самом деле. И я думаю, что она будет для нас проблема, это будет, но... Она просто уже знает. Она знает, она не прыгает, хотя она может спокойно ее перевернуть. Перевернуть. Но она уже знает, если Аня закрыла... Она ложится и спит. Она в основном здесь только спит. Мы ее закрываем, чтобы она не ходила, если что, ночью никуда. Что у нас котик еще? Вот, и чтобы она давала и нам спать, и ничего никуда не лезла. Да, здесь в этой спальне еще вот второй туалет. Просто, здесь просто туалет. С раковиной. А ванная... А, и здесь стиральная машина. Вот здесь стиральная машина. Ниша. Это очень теплая. Очень. Дальше ванная. Ванная, естественно, все нашими женскими штуками здесь заполонено прямо. Ну, ванная небольшая. Ну, ванная как ванная, я даже не знаю, что и говорить. Чистенькая, светленькая. Потом у нас комната еще это такая необжитая. Вот здесь я учу английский. Пока нет еще здесь ничего того, что могло бы понравится обуютить ее. Ну и здесь у нас все потихонечку отсюда еще мы выгребаем вот с этого склада. Еще чуть-чуть потихонечку выгребаем. Здесь тоже в каждой комнате есть ниши. Вот. Мы называем эту комнату желтая. Здесь мои вещи и сиреневая комнатка. Вот. Да, окошечки здесь, видите, маленькие. Давайте мы заглянем вместе с вами, что у нас там за окошечком. Ну, как обычный дворик, велосипеды. А и здесь тоже ниша. Вот.
Миша. Вот наша Мелечка. Да, девочка? Да, девочка. Я же даже могу понять, где Аня находится, потому что она всегда ее гипнотизирует. Ну, немножечко еще коробки мы не расставили, занавесочки у нас еще не совсем. Ну, вот так. Анечка, скажи, пожалуйста, сколько стоит это? Вот Аня вот носит, понимаете, ей уже 13 килограмм она весит, а Аня ее так вот носит и все. Ну, что ты сделаешь? Моя девочка. А скажи, пожалуйста, сколько вот здесь цена? 1600. И плюс белый? Плюс белый. И все остальное. Это газ, свет? Свет, отопление. Ну, а газ. Отапливается газом или электричеством? Это я не знаю, это как он спросит. А, кстати, здесь вот эти кафель, здесь очень теплый. Здесь, когда идешь, то можно босичком спокойненько идти. Ковров здесь нет, это прямо все очень довольны, что нет ковров, потому что мы с коврами мучились. Ну все, давайте уже будем выходить и закончим. Я начала на свежем воздухе и закончим тоже на свежем воздухе. Но. Сейчас будем смотреть, как Мэлли слушается вот Анюту. Штука открывается. Анюточка, подожди, зайка, вот. Нам просто сегодня Жахан только сделал эту дверь, когда выезжали, поломали эту дверь. Вот. И вот она, видите, Анечка сказала сидеть. Она сидит. Вот как. Ну все. Вот так вот. Давайте я вам теперь с крылечком. Мы здесь вот сейчас на крылечке таком. А, здесь еще есть вот гараж. Открывается гараж на всех квартирантов, которые здесь еще это живут. Dead area называется. Как называется? Dead area. И заново? Называется это dead area, где нет выезда. Просто а я сказала тупик, а по-английски dead? Dead area. И по поводу машин я сказала, что когда убираю там среду, нужно в левую сторону все машины парковать, а в четверг правую, мусор отдельно. Что, какие здесь еще правила? Когда снег, здесь вообще парковаться нельзя, если сугробы. А что с машинами делать? Где-то искать парковаться, либо в этот гараж. Хорошо, а еще такой момент парковаться. Нельзя, потому что машина приедет, будет чистить снег, а у вас машина везде стоит. Как она почистит снег? У вас будет штраф. А штраф сколько? $50, я говорила в начале видео. Смотря какой. И смотря какой снег. Смотря какая причина. Слушай, Анечка, а по поводу машин еще скажи, я сказала парковаться, здесь не все машины можно. Не вся машина можно, если вы не резидент этого города. Это именно законы города уже. В каждом городе. А, как город здесь называется? Ричфилд. Как? Ричфилд. А мы жили в Хакинсаке. Да. Это тоже Нью-Джерси. Это просто здесь плавно переходит с одного города в другой, а здесь в этом городе совсем другие законы. И здесь нужно... Каждый город имеет свои законы по поводу парковки и все остальное. В этом городе здесь нельзя парковаться после 12 машин, которые не резиденты этого города. Да, можно парковаться, например, внутри. В гараж можно, да. И вот здесь вот называется драйв-бэй. Не на улице. На улице нельзя парковаться. Если вы резидент, вам дают специальный стикер такой, вы приклеиваете, и они, если полиция едет, они знают, что вы резидент этого города, они вам тикет не дают. Если у вас такого нет, то они вам дают тикет, который... А что у тебя было в первый день? Помнишь, полиция подъехала сразу? Вот это вот было. По поводу сразу... А вот скажи, как можно быстро так было отреагировать? Первый же вечер мы переехали и уже отреагировали на машину. Соседи могли позвонить? Это же их работа. Я в шоке. Тут вообще где-то запаркуешься, через 3 минуты тебе уже могут штраф наложить. Такое ощущение, что они следят за каждой машиной. Ну, а в Нью-Джерси еще не так сильно, в Нью-Йорке, да. В Нью-Йорке вообще. Если не там, они прям вычисляют, прям выслеживают специально тех, кто паркуется не туда, они сразу же как... Только так сразу. Да. Ну, вот так. Анютка, нравится тебе? Да. С Мэлечкой здесь классно гулять. Вообще, ой, вот смотрите, вот у нас... А если, да, раньше у нас занимало выйти из квартиры 7 минут, то сейчас у нас... 37 секунд, да. Ну вот, я вам еще раз покажу то, что вижу я моими глазками. Очень приятненько, относительно тихенько. Ну все, до следующих видео. Пока-пока, мои дорогие.